Ну, формулировку я, честно говоря, не помню точно. Там, по-моему, что-то в связи с невозможностью, что-то там как-то формулировка такая. С невозможностью, ну, как-то обучаться, что ли. Там, когда докладывали, там было сказано, сколько у вас, как пропускали вы, сколько у вас там взысканий, сколько отчислений. И комиссия сочла то, что вы не сможете учиться.